Наши многие читатели жалуются нам, что испытывают проблемы с подпиской через интернет. Сейчас мы покажем, как это сделать, чтобы не возникали трудности. Заходим на сайт VGRBuy и выбираем раздел «Подписка». Здесь смотрим, выставлена газета «Вечерний Гродно». Выбираем количество экземпляров, если вам необходимо больше одного. И определяем месяцы, например, январь, февраль. Сразу мы здесь видим предварительную стоимость подписки. Дальше вводим фамилию, имя, отчество и номера телефона. Имейл можно не вводить, почтовый индекс. И вот самая главная трудность начинается вот с этих двух окошек. Населенный пункт, район, область и улица, дом, квартира. Это самая главная проблема, с которой сталкиваются наши подписчики. Нужно вводить по очереди. Значит, населенный пункт. Мы должны клавиатурой буквой ввести город, например, буковку Г. И дождаться, пока появится подсказка. Вот она появилась, город появился. Дальше начинаем вводить, например, город Гродно. У нас появляется подсказка, мы кликаем и выбираем ее. Дальше мы выбираем улицу, дом, квартиру. Начинаем вводить вручную, если нам нужна улица, буковка У. У нас появляется подсказка, улица. Мы берем подсказку и начинаем вручную вводить название улицы. Пусть это будет Советская. Дальше мы ставим запятую, пробел, выбираем дом. Также буковку D вводим и ждем, пока появится подсказка. Дом, например, 6. Ставим запятую, пробел и выбираем квартиру. Также вводим букву КВ и ждем, пока появится подсказка. Например, квартира 3. Вот у нас заполнены все поля необходимые. Дальше мы переходим к шагу 2. У нас сформирован уже адрес и место доставки. Проверяем информацию, которую мы ввели. И если все в порядке, мы нажимаем, вот здесь ставим галочку и формируем счет на оплату. Появляется счет на оплату. Для того, чтобы оплатить в системе расчет, вот появляется номер. Этот номер мы должны вводить, когда мы оплачиваем через ЕРИП. Через ЕРИП найти просто, нужно зайти вот в дерево услуг ЕРИП и дальше выбирать СМИ, редакцию «Вечерний Гродно», подписка. Там вводить номер вот этого, вот этот вот черезначный номер, номер заказа. Также можно платить различными другими сервисами, а также можно отсканировать QR-код. Для клиентов Альфа-банка можно оплатить с помощью номера телефона, получить счет.